Школа села Косой Брод приветливо распахнула свои двери. Силами сотрудников образовательного учреждения, родителей и шествующих компаний школьное здание подготовлено к новому учебному году. В этом году за парты сели 67 учеников, из них 12 первоклассников. 1 сентября традиционно празднуют все жители нашей страны, потому что так или иначе к этому празднику имеют отношение все жители. Это и бабушки, и дедушки, и родители учащихся. Ну и, конечно же, главные виновники торжества – это ученики. От души поздравляю всех с началом учебного года, желаю удивительных открытий. В этом году школе исполняется 130 лет. Именно 130 лет назад прозвенел первый звонок. Сегодня при виде украшенных классов и новеньких учебников с лиц детей нисходят улыбки. А подготовленный концерт так и вообще всех развеселил. Дети читали стихи, пели песни и, конечно же, принимали поздравления от учителей, родителей и шествующих компаний. Также поздравить учеников, а в особенности первоклассников, приехали представитель местного отделения партии «Единая Россия» и представитель правительства Свердловской области. Представитель министерства образования Свердловской области и от правительства Свердловской области, от губернатора, от Министерства общего и профессионального образования мы подготовили небольшое поздравление ученикам, родителям, учителям. Также преподнесли учебник по физической культуре, который был подготовлен уральскими преподавателями, и вручили для всех первоклассников области. То есть такой учебник сегодня получили в этот день все первоклассники нашей области. Школа села Косой Брод – одна из всех сельских школ, которая приняла участие в новом оздоровительном проекте. Внедрение в образовательный процесс здоровья сберегающих технологий по трем направлениям – физическое, психическое и социальное здоровье. Николай Алексеевич, директор школы, с удовольствием рассказал нам об этой программе. Министерство образования Свердловской области объявило конкурс инновационных образовательных программ среди образовательных учреждений Свердловской области. Мы подготовили программу, и эту программу мы подали на этот конкурс. Называется наша программа «Инновационная образовательная программа «Здоровье сбережения обучающихся. Школа здоровья». Благодаря этой программе мы планируем реализовать две задачи. Первая задача – это повышение качества образования. Вторая задача – это сохранить и приумножить здоровье обучающихся, поскольку самое главное – это здоровье. Мы планируем за счет здоровья сберегающих технологий значительно улучшить качество образования обучающихся. И какое же 1 сентября без первого торжественного звонка? Первоклассники шагнули в новую жизнь. Впереди их ждет много открытий. Первый их в жизни урок начался с творчества. Дети в процессе игры знакомились друг с другом, рисовали и делали аппликации. Масса впечатлений и куча положительных эмоций навсегда останется в их памяти. Мне понравился этот праздник, я хочу учиться в школе, и мне нравится это. Екатерина Тагильцева, Евгений Просиков. Новости нашего города.